Здравствуйте. Что вы тут делаете? Боня. М-ка. Все, доломали уже. Все. Вот такой вот хаос у нас за ночь. И делаем вот так раз с волшебной палочкой. Чик. Ну и как же у нас без помогаторов? Вот у нас тут помогаторы помогают. Говорит, давай, мать, я сам свой туалет помою. Вот так, говорит, пойду, сам помою. Только водичку включи, говорит, пожалуйста. С коммуниздили у нас до места с девки. Вот тут весь срачельник, скажи. Бонь, пожалуйста, можно заберу? Ну, еще это. Спасибо, Бонечка. Так. Мишаня пошел. Со всей ответственностью подошел к уборке. Кать-кать-кать-кать-кать. Сейчас мы все помоем, скажи. Все отмоем и можно засирать. Вынесли все барахло их отсюда. Помогаторы. Контролируй. Ага. Чик. И красота, чистота, скажи, только очень ненадолго у нас эта чистота. И красота, чистота ненадолго, да? Ненадолго? Ненадолго? Славичек. Славик вышел, говорит, а что, убраться убрались, говорит, а покусать где? Кузняцкий, скажи, где покусать? Все. Что скажи? Помыли, сказал, нас убрали. Мама Лена там чуть-чуть стенку даже помыла. Вот говнюки, а. Его тоже степлером просто сделала. А, да нет. Я же его вообще вынесла, хотела убрать. Короче, вот, постелили мы им пока вот так ковролин. Засыпали там специальным поглотителем. Я эту полку еле отмыла там. Это вообще трэш был какой-то. И тут тоже поглотитель посыпали. Сверху ковриком постелили. Вот. Ну, поглотитель, осушитель, короче, они тут устроили туалет, здесь устроили туалет. Везде, говорит, у нас везде, где хотим, там туалет. Да? Ладно. Куда, в туалет пошла? Говорит, что тут, нормально, что происходит? Говорит, вы что тут понастелили, скажи, бессовестные, скажи, люди. Ой, подскользнулась, не подскользнулась, то ли. Что, вкусняшки теперь надо? Надо змею теперь вкусняшками наполнить, Славик? Да, мой сладенький. Мой дружочек. Пойдем. С диван, да с тобой хоть на край света. Ай! На вкус меня решил попробовать, слепошарик мой. Да я почешу тебя. Ну, пожалуйста. Не надо меня пробовать на вкус. Я невкусная. Мишаня пришел. Ты тоже кусаться сразу? Ты тоже сразу кусаться, Миска? Тебе совестный, Миска. Это мой. Да твой, Миска. Твой, Миска. И Славик вообще, дружочек. Ой, почесать можно Славика. Мои сладенькие. Господи, какой ты холосенький. У тебя клыка нету верхнего одного, да? Дай посмотрю. Угу. Чего? Чего ты, хулиганка, пришла? А ну иди сюда, жопа облезлая. Ты жопа облезлая. Ай! Ага. Ах ты так? Ах вот ты как? Вот ты как с другом, да? Я для нее. Она. Ну знаешь ли. Все, конец нашей дружбы. Вот они, близняцочки мои. Близняцочки, да. Близняцочки мои, любименькие. Ой, ты моя сёрнышка. Леся, ну ты не кусаешься же. Скажи, меня сестра научила. Леська, красотка Леська. И ламка холосая девочка иногда бывает, только кусачая. Кусячая. Мои масазыки мои сестры зайцевы. Ой, мои красавицы. Ай, да больно же ты кусаешься. Ай, да глянь. Ну все, кобзда тебе. Иди сюда, за уши тебя. А, ты что, за сестру заступалась? Ах ты нападуха. Сиамские близнецы, смотри. Сиамочки. Ай! Вот. Ай! Ух ты! То барсик? Санек. Ну, в смысле, на барсика? Ага, Танюшка выглядывала. Где Танюху? Покажи быстро Танюху. Да что ж это? Вон она, Танюша. Танюшенький носик. Утришка, и ты там? Ты тут, а? Утриша. Привет, солнышко.
Блин, царапулька, глянь. Ну так, мама. Кто там? Славян. Где, где? Кто здесь такой? Кто здесь? Кто здесь? Ты мой сладенький, мои зёбки. Славик, скажи, кто здесь? Кто здесь? Кто, кто, кто? Тихо, тихо. Классно, очень классно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Ты мой котик маленький. Вот она я, да. Давай, кусни разочек. Ой, кусни. Ой, да тебе можно давать кусать, тебе половин зубов нету. Да, а тебе не больно. Не, на эту сторону не надо, там зубы есть. У него зубов нету, там где глаз деформированный. Вот, нижний клык. Ой, сладкий. Да хороший ты пацан. Уже и трогать тебя можно, да? Можно, скажи, трогать меня.